Синоптики прогнозируют возвращение тепла в Новосибирскую область. По данным специалистов, в середине недели осадки прекратятся, а воздух прогреется до 29 градусов. Как долго жара будет радовать сибиряков, выясняла Рута Келлер. Не успели попрощаться с теплом, как столбики термометров вновь поползли вверх. Синоптики обещают жару до 29 градусов. С европейской территории перемещается антициклон, и ближайшая неделя будет теплая, летняя, солнечная. Температуры будут выше нормы на 3-5 градусов. Сегодня ребята еще в курточках и штанах, но завтра уже собираются загорать. В оздоровительном лагере по плану солнечные процедуры. Мини-пикник в сквере, прогулки на свежем воздухе, кепочки и вперед покорять новые поляны. Жары с нетерпением ждут и селяне. Из-за ежедневных дождей сроки уборки затягиваются, а для некоторых культур солнце жизненно необходимо. Погода задержала, уборка затянулась, будем говорить, все сгоняет в одну точку, будем так говорить. Ну, в моем понятии закончит этот длительный, да, момент. Мы считаем, когда закончено, когда все спахано и вся техника стоит в ангарах, вот тогда конец, венец уборки. Но возвращению лета рады далеко не все. Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями страдают от аномальной жары. А резкие перепады температуры сказываются на давлении. Отсюда приступы и плохое самочувствие. Специально так утеплилась, чтобы как можно больше калорий сгорало. Так что все правильно, все хорошо. Это чудесная погода, хорошее настроение. По прогнозам, тепло в Новосибирской области не задержится. Плюсовую температуру обещают лишь на этой неделе. Затем столбик термометра будет постепенно падать. Рута Келлер, Алексей Погудин, новости ОТС.